Так, это у нас Юпитер. Через не очень чистое небо 8 декабря 2020 года в 16:08 по Киеву. Да, сейчас придется в этом дубле МКС снимать уже. Смысла отключаться нет. Юпитер рядом с Сатурном сейчас. Сейчас я попробую это. Ну, я в окуляре вижу справа спутники Юпитера. Ганимед, Ио вижу, слева вижу Европу. Вот так у нас выглядит закат. Юпитер и Сатурн. В правом нижнем углу это Юпитер. А в верхнем левом это Сатурн. Видно его. Ну вот, по-моему, сейчас на экране четко видно. Одна угловая минута и 1 угловой градус и 10 минут расстояние сейчас между ними. Пошли подетальнее рассмотрим Сатурн. Колечки его видно или уже не видно. Да, не повезло, что небо такое сизенькое. Ну, я, в общем-то, почему и с работы сбежал. Не надеясь до 21 числа хорошей погоды дождаться. Харькову обещают тучи. А жаль. О, куда ты делся? Я потерялся там. Видно колечки. Мне в окуляр-то видно. Что будет? Все. Стою, не трогаю. Очень мутненько. Ну что ж ты поделаешь? 6.11. Ну, сейчас должен уже вдвигаться МКС. Международная космическая станция. Будем ее вылавливать. Наверное, буду новые дубли начинать. Чтобы ожидание не было столь томным. Шестнадцать-двенадцать по Киеву, Харькове. 8 декабря 2020 года.